Поверь, они все бущены. Вот так начинается весь фан, друзья. Предлагаю посмотреть небольшую нарезку. Тут 10 минут буквально. Того, как я бустил. А что написал в чате? Другие звания. Я думал, что мы играем как бы с более низкими званиями, чем здесь вышло на самом деле. Я не думал, что так могут играть калаши. Я честно говорю. Ох, пущенный. Смотрите, наслаждайтесь. Поддержите лайком. Блин, примерно какой ранг я играю? Джангл. Ой, я калаш хочу. Ну, реакцию пацанов просто нету. Конечно, ничего не вот, что это? Это разве он меня хотел убить или что он делал в этот момент? Вообще, вот вдвоем стоят жанры и чекают А, по мне информация. Ну, как бы так, и даже не попали толком. Охренеть. Ответ. Вот о чем я и говорил. Ситуация повторяется. Кузнечик начинает прыгать. Там еще один. Он так не залезется. Еще между. Боже мой, зеленый пугал. Сказал между, блин. Это история о том, как я умер в первый раз от хаешки. Дальше будет еще интереснее. И остаюсь один в три. Как? Выходи, блядь, заебал уже. Крайне непонятно, почему он побежал в дым, когда бомба вон там стоит. Странный человек. Была инфа по джанглу, стоял и ждал. Все. По мне есть инфа, что я иду с Б, он не чекал меня. Мы думали, это будет изи катка. То есть, все шло к тому, как было 16-0. Нахуй пошел, Сань. Я так и знал, потому что мид крытый был. Сейчас бы забежать на плен, да, и не чекнуть при этом сити. Дефолтную точку. И снова нелепая смерть. Один в четыре. Сдох от хаешки. Герой! Так, и сейчас мы отдаем пару раундов. Все, у нас пистолетка, мы проиграли ее. Смотрите, как начинают стрелять люди. Это было очень подозрительно. И тут у нас появляется первое подозрение, что ребята решили подрубить для того, чтобы выиграть эту игру. Ну, у них не получилось. Они пытались, да, но не попрешь. На ходу фавик. Бомба мид. Тихо, не пуш. Они будут втаскивать нас. Не понял. У меня появляются бабки на АВП, я начинаю тащить. Минус один. Найс. Андерпас, аккуратно. Есть в, на коврах. Сейчас вылезет второй. Потому что убил нашего. Он будет вылазить. Минус второй. Говорят, инфу по коврам. Я думал, что он ушел с ковров, но нет, он остался на коврах. И тут я не ждал, что я так сделаю.
Underground ВП. Красный на А. С моей стороны это жесткий префайр. Я даже его толком не заметил. Я просто нажал кнопку, хотел уйти. И он вылез. Я был очень удивлен, когда узнал, что поиграли калаши, и то, что они начали в конце тащить, это было очень странно. Но все равно мы их выиграли. Итак, вторая катка. Пошли с двумя бигстарами. Ну, должны быть калаши, по идее, так как у нас силер все равно в пати. Но это было нечто. Он лучше тебя играет, поверь. Офигеть. Когда вы остаетесь 3 в 5, там 2 в 5 теперь уже. Да, вот он хочет. Надо стоять по плантам, чекать. А не бегать вдвоем Б, там непонятно где. Ну, чувак сам нарвался, с дигла ему прилетело. Красиво прилетело. Этот... Все, раунд наш. Не, я сам играю. Изи выход Б. Минус противник. Почему-то я очень поздно его заметил. Ну так получилось. Или где? Сука, минус 20. О, мига. Че еще? У меня нет шарпа. Ты делор не кинешь? В ответ, я тебе шарпа кинул. Давай. Чисто всех оценил. Где ты, сука? Давай, стрим. Стой. Ну, дигл стой. Такая зараза. То залетает, то нет. Вот как раз здесь тот случай, когда... Вообще никак. Повторяю выход на шорт. Делаю те же самые ошибки, противники. Дураки. Я сказал же, а им моды он. И как вы думаете, я умру с 4 хп в конце? Ставьте комментарии. Смотрите. Это просто эпик. Стрижный аим моды он. Если захотел пушить, научись стрелять. Нань, видишь как? На сами телепорт накидает. Минус 92. Ну а дали раунд, бывает. Я его не вижу. Ничего страшного, поправим ситуацию. Да какой там подроб, вы чё? Лор, чё? Жёсткий пример, как не надо делать. Сидел бы я на Б, выжил бы, а так сдох. А я всегда говорю, спину надо чекать. Улетел. Ёбаный мудак, он выходит вообще с грехами, блядь. Тебе настой его. И вот ситуация. Остаемся 3 в 3. Я никак не мог ожидать, что останусь. 1 в 2. Наблюдаем. Конечно же. Что-то просто пошло не так у парней. Вот и все. Спасать меня. Наоборот. Опять же, я топал, он топал. Он не слышал. Он либо без наушников, либо тиммейты у него дураки, либо он сам дурак. Второе место и ждет вверху. Я это понимаю прекрасно. Не перестрелял. Не дожал, что-то пошло не так. Ничего страшного. Кайф, вниз. Умер. Выхожу на шорт. Мы их на изи сейчас. Захожу на лонг. Хочу зарезать его. Зарезал. Вот так закончилась первая половина. Игра с бигстарами. Итак, обменялись мы с... сторонами, у нас что-то пошло не так. Флэш-бэ. Дуна Б, калаш дигл. Как
Так. Тышка. Сань, чай еще. Мид. Ленка, отвечай. Делаю минус 2. Не рассчитал силы. Не знал, что противник на ВП. А сам отлетел. 94 на Б, ласт. 6 хп. Шо? Парни говорят мид. Выбегаю мид. Делаю минус 2. И третьего не дожал. Все, опять сдох. Опять минус 92. Пипец. И да, раунд мы отдали. Но мы все равно затащили. Каково было мое удивление, что мы играли как бы не на звездах. Вот в чем дело. Мы играли сейчас сами увидеть против кого. Калаши. Мать его. Бущенные, сука. Калаши. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Пока.